have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, я включился отсюда, в принципе, я не собирался начинать отсюда, но вот, короче, у нас, вот, в общем, проблема в чем, у меня проблема именно с паркуром была, и почему я начал отсюда, потому что здесь неплохое место потренировать именно паркур, садимся на 4 лапы, да, теперь, невозможно просто зажать прыжок, как только ты нажимаешь на кнопку прыжка, зажал ты его, вот, вот сейчас он, смотрите, напрягся, и теперь я могу прыгнуть, но такой о, блин, здравствуйте, вот этот чувак мне очень сильно докучает, ну давай, до свидания, второй раз уже ко мне приходит, короче, смотрите, в чем прикол, иногда это получается, иногда нет, я не могу контролировать тот момент, когда прыжок зажимается, а когда нет, то есть у меня на джойстике кнопки не залипают, ничего, но проблема как раз заключается в том, что, вот, например, на 4 лапы, пойдем, может, он уже свалил, кстати, я надеюсь, что он уже свалил, а, стой. Давай ты еще раз приедешь. Прилети сюда еще раз, я голодный. Короче, каждый раз, когда становишься на 4 лапы... ну вот, он ни спину не угинает, ничего. Если нажать прыжок... то он сразу же прыгает. Это работает, на мой взгляд, максимально криво, особенно если это важная механика, от которой потом будет что-то зависеть. Это крайне печально. Ну, то есть, вот, я стал на 4 лапы. Как только я нажимаю прыжок, он прыгает. Только что у меня вот на ваших глазах получилось, что он, типа, выгнул спину. Да, такое случается. Но я не знаю, как это сделать стабильно. То есть... брось пока что. Допустим, у меня даже в лапах ничего нету. Вот я сажусь на 4 лапы. Вот я зажимаю прыжок. И он сразу же уйди от меня. Он еще меня опять сожрать пытается. Но, знаете, короче, кроме паркура, паркур мне не нравится. И несмотря на то, что вы мне объяснили, как это все делается, оно не выходит так, как оно должно выходить. Почему нету какого-то специального триггера? Черт побери, у нас тут половина кнопок на геймпаде не задействована. Почему нет какого-то специального триггера на паркурные прыжки? Я чувствую, мне это еще не раз подставит, но ладно. Давайте тогда вернемся, когда чуть... Знаете, нет, давайте я сейчас буду пытаться проходить дальше, и заодно мы... ну тут, спасибо. А я живой, не живой вообще? Я вроде как зажмурился. Но зажмурился в том смысле, что я уже жмур, или в том смысле, что я еще могу глаза открыть, потому что... Вот я не вижу сейчас свои глаза, стоит мне вообще на это смотреть или нет? Оно там пытается мне шею перекусить, но давайте понаблюдаем немножечко. Кстати, пока он нас тащит, заодно можно и обсудить пару минут. Я сделаю эту серию, наверное, немножко длиннее, именно за счет того, что я хочу обсудить... Ну, теперь он меня явно убил. Я не вижу свои глаза. Зачем ты туда-сюда лазишь, сожри его уже. Короче, ладно. Да, продолжаем. Наконец-то я получил в комментах некие точные данные, такие как, например, бороться с ящерицами, сколько у них ХП, как это все происходит. Потому что, к сожалению, да, видимо, я экспериментировал на уроне по ящерицам именно на зеленых. Зеленые, оказывается, самые сильные из них. Вот, но фишка насчет того, что у них голова бронированная, поэтому она не пробивается, это я, кстати, знал. Потому что, ну, я же могу отличить звук, который идет от урона, и звук, который идет по броне. Вот, то, что от головы у них отскакивает, это я знал, спасибо. То, что... Да запрыгнешь ты, пожалуйста, наверх.
То, что камни их оглушают, я много раз по ним до этого кидался камнями. О, кстати, как можно болтик сожрать? Не, стой. Да. Нет! Нет, 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 нет! Пошел отсюда! Ой, какой ужас. Так вот, насчет того, что сожри эту фигню. Мне еды вообще нету. Я сейчас, по-моему, первый раз дошел до того, что мне нету еды. А насчет... Ой, да, точно. Хотел проверить, можно ли их сбивать. Их можно сбивать, спасибо. Их не обязательно ловить на лету. Вот заодно и чекнули. Теперь... Копье. Оп. Берем копье. Как там переложить... А, это ты выплюнул. Погоди, а как переложить... Ладно. Возьми. Я путаюсь в кнопках, к сожалению. Очень, говорю, печально, что нельзя камушками никак убивать, что можно только глушить. Чудом перепрыгнул. Вот, короче, смотрите, в чем прикол. Видите, он не выгинает спину. А как только ты нажимаешь прыжок... Может, это как-то наискосок надо? Нет. О, перекат, перекат. Вот, смотрите. Становимся на 4 лапы. Так, как вы объясняли в комментах. Становимся на 4 лапы, зажимаем прыжок. А, стоп! Погоди! Погоди, 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 погоди. Я, по-моему, понял, как это работает. Нам же не надо... Короче, я протупил. Нам же не надо держать вниз, чтобы оставаться внизу. То есть, если ты жмешь вниз и прыгаешь, он прыгает. Если ты жмешь вниз и отпускаешь, после этого зажимаешь прыжок, все, окей. Да, ладно, я разобрался. Прошло 5 минут. Спасибо, я разобрался. Все равно считаю, что это максимально бесполезно. Ну, почему нельзя... Ух ты ж... А, это ты... А как мне... Я могу твои глаза пожрать, нет? Звучит, конечно, зловеще. Еще одного убил. Ты можешь его схавать? Нет, это копье, стой. О, глаза можно хавать? Хорошо. Давай тогда наедаемся. Отлично. А, я двоих убил. Так, куда мне дальше? Также спасибо, да, писали, что типа вправо это было куда-то там близко туда, куда мне надо. Зря я наверх поперся. Вот, насчет того, что я играю за неправильного персонажа. О, блин, это я помню, кстати. То, что он наносит мало урона и все дела. Блин, зеленая собака, ящерка. Я не знаю, мне... С одной стороны, я не так много и прошел. И да, вы правы, что всю жизнь не набегаешься. Надо как-то файтиться. И это... С другой стороны, знаете, что мне обидно? У меня не было ни малейшего понятия на начало игры о том, что... есть такая штука, как... Так, пробуем. Ты что делаешь? А как? У меня не было ни малейшего понятия о том, что можно прикармливать, что можно как-то приручать, что вообще как, чтобы они... Я типа думал, что вот есть враги и все на этом. Вот. Не бейся, пожалуйста. Блин, мне бы на самом деле найти... Во, там вот направо я вообще не был. Мне бы на самом деле сейчас найти какое-нибудь местечко бы поспать, и было бы просто шикардос. Лезь. Так, вот, новое место, где я был, не был. То, что, кстати, из врагов... Здрасте.
Да! Моя первая добыча в этой игре! Я не говорю, что я тибегаю, но все же. Есть, сколько эти твари меня отмучили, наконец-то. Я хоть одну убил. Я запомнил, что вы писали, что типа синие ящерки самые слабые. У меня урон по ним от 0,6 до 0,9. У них одна хпшка, то есть два копья, по идее, должны были бы неплохо сработать. И так и получилось. Спасибо огромное. А меня еще, кстати, интересует такая штука, как вот эти вот дикари. Ну, кстати, да, сейчас пока без паники паркур стал срабатывать неплохо. Когда я понял принцип... так, там внизу есть левел, кстати. Почему перестал появляться цветочек, который показывает, куда мне надо? Я правильно иду или я вообще неправильно иду? Ладно, поехали. Здесь я еще явно не был. Это новый контент. Я прям очень-очень далеко направо забрался. Я бы, наверное, хотел бы сказать, надеюсь, что тут нету боссов. Ёлки, тут можно поспать. Уйди! Блин, я думал, что это какой-то мимик. Фух, наконец-то, убежище. Можно поспать. О, я чуть-чуть совсем не дошел до убежища в прошлый раз, оказывается. В этот раз относительно легко, по-моему, даже с первого раза добрать. О, смотрите, 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 сверху это то, чего я убил. Это вот эту многоглазку и синюю ящерку. Так. А, офигеть, у меня тут появились какие-то новые драконоборец, убийца. Новые черты появились. Это интересно. Так, минуточку. Как мне, чтобы... Удерживайте, чтобы... Нет, погодите, нажмите, удерживайте вниз. Это чтобы... Нажмите, удерживайте вниз. Пригнувшись. То есть сначала пригнуться, а потом удерживать вниз, чтобы положить предмет. Дважды, чтобы поменять местами. Дважды, чтобы поменять местами. О, все, понял. На самом деле вся эта фишка с дважды, с комбинациями, мне не нравится. Тут я ничего не сделаю. Промышленный комплекс. 24. Что это вверху за фигня? Я могу как-то вверх. О, цветочек появился наконец-то. И куда мне? Мне дальше. Ну, пойдем. Что-то там мигало. Серьезно? А почему оно красным мигает? Мне не хватает, чтобы туда пройти? То есть мне нужно что-то пожрать? Так. Я понимаю по логике, что мне сюда нужен вот этот вот домик, да? А где мне посмотреть мое нынешнее положение? Ладно, пойдем вернемся. Найдем что-нибудь пожрать. Вот. И уже после этого вернемся туда. Открыты новые арены. Какие нафиг арены? Открыт предмет песочницы. Спасибо. Так, цветочек, куда мне надо-то? Жалко, я вот эту белую шелупонь есть не могу, наверное. Угу, потратил копье, молодец. Так, тогда сожри одну штуку. Очень печально, что я не могу вытащить копьем. Ну ладно. Значит, мне надо... А давайте вниз вот... А, стоп, кстати, копье. Давайте сюда вниз сходим. Чего мне это будет стоить?
Да, мне нужна вон та штука повыше, чтобы... Продолжаем. Пойдем души свои заберем, если получится. Да. Прыжок вниз-то была плохая идея. Ладно. По крайней мере, с некоторыми вещами разобрались, и на том спасибо. А как я это подберу там? Так, погоди. Вниз. Вниз. Ну, вот погоди. Говорят, что... нажмите, удерживая вниз. Я понял. Удерживая вниз. Положил. Все, супер, работает. Жри. Хорошо. Это мы себе вернули. Так, вниз, прыжок, направление. Вроде получилось. Как у меня должен быть какой-то или двойной прыжок, или что-то такое, чтобы я мог вон туда наверха попадать, или... Стойте, у нас там подъем был. А вот тут тогда как я попаду? Так, вниз, удерживаем. И в сторону он прыгает. Но как только мы нажимаем вверх, вверх он не прыгает таким образом. О, здравствуйте. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, придурочный. Может, мне получится избавиться от тебя? Печально. А ну то ли... Так, вниз. Кстати, а как я вниз тогда попадаю? Ну-ка, карту, пожалуйста. Жрачка там. Наверх как-то можно попасть. Туда я пока никак не попаду, мне не хватает. Нужно попробовать вон туда наверх слазить, где меня в прошлый раз сожрали. Но как мне это сделать, пока вот этот... Дурачины здесь. Свали, пожалуйста. То, что они глючат, кстати, меня очень сильно бесит, потому что очень часто это не приводит ни к чему хорошему. До свидания. Да, едь, пожалуйста. Потратил. О, тут хавчик есть. Ладно, посмотрим. Поехали наверх. Если что, потом вернусь сюда. Ну, просто эта штука, она сейчас за мной придет, а у меня второго копья уже нету. И там одного копья не хватит, это зеленое. Так. Вверх. Вот мы сюда и попали. Короче, если понадобится, не А что за цветок? Это не еда. Я его просто так же, как и с жемчугом, да, спасибо, что сказали, я его не ем, но это я в принципе понимал, что я его не ем. Я его типа
приберегаю на потом. Но вверх для меня пока что ассоциируется исключительно, блин, зачем ты так сделал, с опасностью. Потому что тут на меня охотится все, что только может охотиться. На самом деле у нас есть копье. Я бы сейчас мог бы вернуться и пожрать этих ягодок. О, тут есть вот эти ребята. Сожрали. А вот там у нас ничего нету. Ну, забери. Нет, через эти норы я двигаться не могу. Да, спасибо опять же, что подсказали, что некоторые существа могут исключительно по каким-то своим местам передвигаться. Тут с этим типа ничего не поделаешь. Так, а наверх мне... Я могу просто понять, что там, если полезу. Мне интересно именно исследовать этот мир. Он, кстати, обалденный. Вот что-что, а исследовать его очень интересно, несмотря на все эти 100-500 тысяч смертей, которые происходят. Блин, я же не допрыгну так, вы чё? Это мне нужно было по этой... А это, по этой палочке я бы тоже не залез. Ой, дурак. Единственное, что, наверное, я хотел бы какие-то новые навыки, ну, типа, получать, знаете, как в Ори, когда залез, ёпарасте, хочется там какого-нибудь двойного прыжка и все вот это вот. А вот еще в чем иногда проблема. Развернуть в нужную сторону, чтобы тот же, например, длинный прыжок. Спасибо. Совершить. Слушайте, подскажите, как нормально разворачиваться на месте? То есть, ну, это реально проблема. Стой, я же могу. Зачем я это делаю? Когда я могу сделать вот так. А, потому что там есть дверка в ту сторону. Так она есть. Это же вот это? Да, это вот это. Тогда зачем мне туда? Убежище туда. Спасибо. Давайте, хочу. Если я найду еще и новое убежище за эту серию. Второе. Вниз убежище. Я понял. Там же наверху тоже что-то есть, но... Окей, раз мне показывают. Я бы на самом деле лишний раз бы нашел убежище, сохранился бы. Отлично, отлично. Слушайте, в этот раз прям неплохо идет. Ну, на мой взгляд. Давайте ждем. Мне, по идее, нужно... Уж извиняюсь. Восстановить себя до уровня вот этого вот домика. Вот до верхнего. Чтобы меня пропустили там дальше. Вот. По идее, вот он. Если я дойду туда и меня не убьют, то меня пропустят дальше. Такой вариант. Ну хорошо, в любом случае у нас тут есть сохранение, что уже неплохо. Что-то как-то, ну, бывает, что... Ох. Бывает, что играешь, а я наверх сейчас... Ах, вот оно как. Я наверх не попадаю. Теперь наверх только в обход. Офигенно. Бывает, ты же говоришь, что играешь, и вот игра вообще... Вообще не на твоей стороне! А что ты от меня хочешь? Кстати, вот эти ребята, да, они хоть и выглядят твои... О, а мне туда? Почему мне туда? Да, можно так? Давайте сходим, посмотрим. Хоть туда и ящерица пошла, это, конечно, все неприятно. Спасибо. Спасибо, говорю, не надо. До свидания. Наша встреча была ошибкой. Сейчас, если что-то прилетит и сожрет меня, это будет тоже весело.
Нет, ну зацепи же ты! Почему я сейчас там не зацепился? Там очень опасный перепрыг такой, вот этот вот маленький. Вообще молодец. Он отпрыгивает от стенки, прыгает вообще в противоположном направлении. Офигенно. Не падай! Я сейчас доиграюсь, и меня убьют. Хотя они, я же говорю, они вроде не враждебны, и, по-моему, меня они ни один раз не убивали. Они охотятся на ящериц, на всякое такое. Вот. Но то, что они выглядят... Я не могу понять, почему я не зацепляюсь за эту штуку. То есть я начинаю потихонечку по ней сползать. И... Пофиг, пойду вниз. Может быть, смогу избежать ящериц. Потому что я не могу там зацепиться. Это вообще бред какой-то. Ясно. Ящериц я не избегу. Так может, оно сюда заползет там, я не знаю... Я здесь, иди сюда. Стойте, а вот эта верхняя часть, она дальше куда ведет? А я туда никак не могу. Не могу, видимо. Зацепился, есть. Как-то, блин, через пень-колоду. Ну ладно, это сработало. Сожрал. Так, а мне туда показывают. Почему мне обратно пытаются вести? Ну ладно. Кстати, а что наверху? Давайте просто чекнем. В прошлый раз, когда я такое сказал, меня там убили нафиг, но... Это же интересно. Тут какая-то часть новой Локи. Непонятно что, непонятно куда. Давайте слазим, чекнем. Не туда прыгнул. Я только потом увидел, что тут есть шесточек. Можешь сожрать, пожалуйста? Спасибо. Я хочу на самом деле прийти. Не допрыгиваю. В идеале прийти и сохраниться в том убежище. Ну вы поняли. Да, пожалуйста, не прыгай ты, дружище. В принципе, у меня сейчас уже на сохранение хватит. Погодите, а там есть выше. Давай. Куда это нас приведет? Погодите, это вообще другие шлюзы. А мне сюда можно? Можно. Я немножечко еще в этих знаках, эмблемках путаюсь. То есть шлюзы открываются исключительно по определенному, ну, вот этому вот званию, незванию. Я вообще так-то в другую сторону хотел. Меня потащило куда-то. Зачем меня сюда потащило? Меня уже туда бы пустили. Мне уже туда можно было. Меня сейчас тут сожрут наверху. Я, в принципе, не найду дымоход. Здрасте. Туда у нас, да, в убежище? Я бы пошел. На самом деле... Какие-то личинки. Подождите, это вообще какая-то новая локация. Так, хорошо, спим здесь.
Блин, сегодня прям... Я же говорю, иногда бывает, что ты ходишь и целую серию крутишься буквально в трех комнатах, потому что тебя никуда не пропускает. А в этот раз прям приятно так. Сколько это? Третье убежище за серию, которое я открываю? Странник. Я где-то... Смотрите, странник, я так понимаю, что это открытие карты. Я, значит, где-то что-то пропустил. Потому что оно через одну перескочило. И чё, и как? Я теперь и вернуться хочу, и здесь хочу дальше посмотреть. А эти штуки есть не получится? Получится. Стой, это что-то... Это что-то... Чего, блин? Ты что сделал? В смысле? Что это был за отсчет до ядерного взрыва? Да, этого съесть этого не получается. Оно, короче, извергает из себя какую-то фигню, потом начинает мигать красным, как будто его сейчас рванет нафиг. Давайте, у нас есть еда, давайте еще раз прокачаемся. Я не вижу смысла, ну, раз мы можем, так почему бы и нет. О, да? Офигенчик. Нам что-то новенькое показали. В общем, я хотел пройти, пошататься по этой серии и... О, я к святому приблизился. Понять, хочу ли я перезапускать игру, или я буду пока продолжать дальше. Я подумал, если бы она, эта серия была бы полностью невыносима, если бы меня постоянно сжирали бы, я опять бы никуда бы не дошел, опять бы крутился бы по кругу, я бы, наверное, перезапустил бы. Но пока что это выглядит крайне интересно. Кстати, а я же ничего не взял с собой. А мне что-то было? Мне ничего не было. Отлично. В общем, давайте договоримся таким образом. Пока играется, я буду играть на вот этом персонаже. Если вдруг я попаду в какую-нибудь такую ситуацию, которая будет абсолютно безвыходная и не смогу дальше никаким образом проходить, то, естественно, да, я перезапущу игру, но при этом давайте устроим, ну, такое небольшое, что ли, голосование. Как мне вот то копье взять? Хотите ли вы заново смотреть прохождение на другом персонаже? Если вдруг оно будет, я пока что еще ничего не гарантирую, ничего не обещаю. Это просто все теоретически. Так вот, хотите ли вы просто заново смотреть прохождение на другом персонаже? Будет ли оно отличаться, кстати, скажите мне. Вот, и также напишите мне, типа... Хотите ли вы смотреть заново или хотите, чтобы просто... Блин! Пошел отсюда, придурок! Или хотите, чтобы я просто записал за кадром то, что я перепрохожу? Вот. И просто бы начали бы примерно плюс-минус с того же момента. В общем, вы меня поняли. Если вдруг будет перепрохождение, хотите ли вы увидеть его полностью заново, или хотите, чтобы я примерно до этого же момента перепрошел, и потом уже начали бы, примерно бы с того же момента, где мы остановились на предыдущем персонаже, но уже за нового. Это сложно все звучит, но я думаю, вы меня поняли. Я верю в своих подписчиков, вы умные люди. А, спим еще раз.
я буду каждый раз, когда у меня есть возможность отожраться и поспать, я буду делать это каждый раз. Пошли нафиг. Так вот, да, кстати, намекните мне, возможно ли здесь получить новые способности, и как мне можно мутировать в какого-нибудь там гипер-убер-супер. То есть я вижу тут места, в которые я никогда в жизни не могу попасть, а значит, что я могу туда попасть, только уже не в этой форме. Пожалуйста, без спойлеров, но по возможности мягко намекните мне, когда это может случиться и при каких условиях это может случиться. Раз уж мы дошли до того, что мы сегодня убили ящера, я в себя верю. Так. Жалко, что с цветочком можно отожраться только один раз. Итак. В общем... А поверху можно пойти? Наверное, можно, но я туда не доберусь. Тут получается таким образом. Направо пойдешь, в желудок кому-нибудь попадешь. Мне вот этот вот фиолетовый ящер, блин. Зачем ты копье выкинул? Я же вроде поменял их местами. Я что, тупо не то поменял местами? Ну ладно. При всем при этом я не хочу с ним драться. О, здравствуйте. Как у вас тут интересно? О, здравствуйте. Не-не-не-не-не. Наша встреча была ошибкой. К черту. Я пока пойду, пока я не нарвался на еще больше неприятностей, я пока пойду, меня, по идее, пропустят в том шлюзе. Я попробую до него добраться. Давайте так. А, где он у нас там был? Мне сейчас это не покажет, пока я не перейду в локацию, да? Хорошо, я подожду, не проблема. Я же говорю, что эта серия у нас немножечко дольше, потому что я много потратил на привыкание к неким вещам. Спасибо, хоть что-то понял наконец-то. Вот. То, что комментов стало больше, комменты стали подробнее. Премного благодарен, это реально помогает. Опять же, отдельное спасибо за какие-то определенные точные цифры, которые я наконец-то увидел по дэмэджу и по тому, что вообще мне стоит делать. А можно не дохнуть? Спасибо. Предмет песочницы. Ну. Я безмерно... Рад и счастлив! Уйди! Уйди нафиг! Я живой, нет? Нападите кто-то на этого мудака. Блин, пока эта штука... Это... На него же не нападут. Короче, вот эта штука для меня до сих пор очень сложна к определению. Я не знаю, жив я или нет, потому что вот эти вот глаза, ну, движущиеся, мне лично крайне трудно заметить. Смотри, тут все эти три типа ящериц. Нападите на него кто-нибудь, пожалуйста. Ну, заагрите. Не, они начали драться друг с другом, придурки. Вот эта смерть сейчас была вообще ниоткуда. Смотрите, хоп-хоп-хоп-хоп, флексит чувак. У них есть шанс убить друг друга? Кстати. Кстати, напишите, вот это мне интересно. Если их стравить, они же все разного цвета, они дерутся друг с другом. У них есть шанс друг друга замочить? Потому что пока что я вижу, что они цапаются, но я не вижу... По-моему, на этот раз уже все. Ладно. Не скидывайте меня с этого ранга. Мне предлагают найти цветочек. Пойдем искать души. Тут-то, кстати, вроде недалеко.
Так, тут у нас перегородочка. Давайте так, если сейчас получится, то я дойду до убежища возле тех врат, которые меня не пропускали вначале. Если я дойду, мы сохранимся там. Если я не дойду и меня сожрут, тогда, наверное, остановимся здесь. Вот так вот сделаем. А уже в те врата мы пойдем в следующей серии. Жри. Цветочек. Так. Откуда ты, фигня, в прошлый раз взялась? Вот откуда. Все. До свидания. Я пошел отсюда. Где? Мне вон туда вниз. То есть сейчас вниз. И после этого вниз. Давайте как сопелька протискиваемся. А тут направо что будет? Тут направо будет, по идее, то, что мне надо. Поэтому мне оно вполне подойдет. Да. Если сейчас никакая птица на меня не накинется, ну вы знаете, мимики, птицы. Чертова ящерица. А мне туда, мне к нему. А если я просто упаду? Так, ладно, ну хотя бы копье взяли. Как мне узнать, где оно? Вот оно в этой кишке, а как мне узнать? До свидания. Залезь. Спасибо. Ух, ё, как страшно-то. Возьму камушек с собой, а вдруг оно... Блин, оно там свою жопу засунуло в свой проход, этот, чтоб его... Нет, так, повернись. Вниз, напрягись. Вперед, прыжок. Есть. это работает криво, но работает. Идем сохраняться. Идем отжираться. Идем преуспевать. Победитель по жизни просто. Я от ящерки ушел. И от птички я ушел. Все, спать. Фух, тяжело в этом мире. Наконец-то отожрались, сохранились. Куда меня сейчас прокачают? В какую сторону? К святому еще подвинуло. Хорошо. Все тогда, думаю, ребятушки. У нас получается дальше вон те врата, через которые я прохожу на этот раз, потому что моего ранга хватает. Вон те врата наверху. Да, мы там немножечко побывали. Получается, одни врата, другие. Третьи далеко позади. В общем, получается, что нам сейчас направо. О, вот этот вот сейф. Я его не нашел. Кстати, вот этот вот сейф, скорее всего, это тот, который я пропустил. Он у меня тут высветился, но я его так и не открыл. Но я что-то не горю желанием просто так брать туда, возвращаться слишком далеко. Окей. В принципе, те, что наверху, мы открыли, но пока туда не пойдем, я не вижу пока что, ну, пока что, по крайней мере, опять же говорю, как там жить. А вот эти вот, но с другой стороны, я сейчас вот эти направо тоже открою, и там тоже начнется какой-то ад кромешный, и тогда будем выбирать, знаете, как из двух зол. Ладно, посмотрим. Все, короче,
принципе, то, что я сегодня планировал, я выполнил, даже перевыполнил. Наверное, мне сегодня больше именно просто везло. Но, как говорится, с первым киллом. Ладно, ребятушки, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.